Ребята, привет! Сегодня в меню у нас фунчоза и окрошку я сделала. Сейчас расскажу, как я это все делаю и попробую. Фунчоза очень легко делается. Берете куриную грудку, лучок, любые овощи. У меня были баклажан, кукурузка консервированная и этот морковка. Все это я обжариваю в специях, которые вам нравятся, в любых. Вот такой вот у меня соус был, пряно-сладкий. И вот такой вот обычный, классический. Все это обжариваете. Фунчозу заливаете кипятком. Она там 5 минут постояла. Все, готово. Добавляете это и все перемешиваете. И еще поливаете соусом соевым. Чтобы лучше все перемешивалось, можно ее порезать, фунчозу. Сейчас попробую. Кстати, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я каждый день что-нибудь новое выкладываю. Люблю фунчозу. Теперь окрошка. Окрошку делается, ну, как все делают. Нарезали все и заправляю я этим таном. Таном или айраном, но я обычно только таном заправляю. Сметанку туда и горчицу. У меня, кстати, есть рецепт, можете пролистнуть там внизу где-то. У меня рецепт окрошки. Вот, так что тоже делайте на тане, вам понравится. Все, всем пока. Всем приятного аппетита, кто кушает.